Я занимаюсь иллюстрацией уже 3 года, соответственно, это то мероприятие, где я могу получить максимально ценную информацию от прекрасных спикеров, то есть арт-директора известных издательств, ну, это на самом деле очень круто. Меня притащила сюда девушка, мы любим читать книги, а тут оказалось такое интересное мероприятие. Вообще было бы неплохо, если все люди снова вернутся к книгам и начнут много читать, а то сейчас что-то все ушли в телефоны. Читать книги – это полезно, я считаю. Если после этого фестиваля кто-то из местных иллюстраторов найдет себя, если у него выйдет книжка, если выйдет, найдет себе какую-то крутую работу, может быть, в журнале и так далее, по профессии иллюстратор, это будет вот прям успех и то, что нужно.